Друзья, всем большой-большой привет. Как меня видно, слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь, если видно и слышно хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсы, десяточки. Напишите, что у нас со связью. Отлично, отлично, друзья. Рад вас сегодня видеть, слышать. Кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Артем Тимофеев. Я являюсь изумрудным мастером компании «Армель». И сегодня мы поговорим с вами на очень интересные, актуальные темы, что такое сторителлинг и промоушен, как это использовать в своем бизнесе, какие фишки есть у этих двух таких интересных слов. Скажите, пожалуйста, кто вообще знаком с этими словами, для кого эти слова не новые, кто понимает, что они значат и как они нам с вами могут помогать в этом бизнесе? То есть кто понимает, что это такое? Отлично, отлично. Я смотрю, многие понимают, да, но сегодня в любом случае будем разбирать, и сегодня будет время ответить на некоторые вопросы. А я хочу сегодня начать нашу школу, знаете, вот с такого небольшого промоушена сразу, вот сходу, с промоушена одному замечательному продукту. Кто догадается, к какому? Вот этот продукт сейчас у меня в чашке. И этот продукт обладает таким, знаете, очень ярким, насыщенным вкусом, просто потрясающим, будоражащим, прям вот все внутри. И, повторюсь, я этот продукт ждал очень долго, и наконец-то он в моей чашке. Я сейчас могу вам даже показать этот продукт вот так. Я думаю, еще немногие его пробовали. Вот мы уже попробовали сегодня оба вкуса. Бразилия Гондурас. У меня в чашке сейчас Бразилия. Это смесь кофе арабика и робуста. Ну, по мне, вкус такой чуть-чуть более мягкий. А Гондурас, он больше с кислинкой. Вот прям продукт, который, я уверен, произойдет фурор. И вы сейчас, все те, кто находится на школе, я думаю, что обязательно уже в этом месяце получите этот продукт. Расскажите, пожалуйста, кто его уже для себя заказал, кто его уже ждет у себя дома, у себя, может быть, в кофемашинах или варить в турке и так далее. Кто этот продукт вот уже прямо ждет для себя? Он в понедельник уже появился в интернет-магазинах. Вчера мы его привезли на наши склады в Ростов-на-Дону, в частности. И вот сегодня уже этот прекрасный кофе у меня в чашке. И сейчас, проводя школу вам, я имею возможность просто наслаждаться этим вкусом, этим ароматом. И уже пошли первые заказы на этот продукт. Завтра получаю на склад в Питере, мне уже летит. То есть это тот продукт, который реально люди хотят, это тот продукт, который люди с нами или без нас потребляют, пьют, наслаждаются, просыпаются с этим продуктом. Кто-то, наоборот, не дает себе уснуть вечером с помощью этого продукта. И люди любят кофе, люди пьют этот продукт, и наша с вами задача просто показать, почему этот кофе нужно употреблять в Армель. Дайте людям свои эмоции, покажите это в своих соцсетях, в том числе покажите это на живых встречах, и люди будут готовы купить ваши эмоции, ваши истории, ваши чувства, ваше отношение к этому продукту. И вот сейчас я вам показал на примере, да, вот тот самый простой пример промоушена продукту. Как показать, выразить свое отношение к продукту? Ну, естественно, в первую очередь попробовать его, а рассказать свои чувства о нем и выдать, ну, вот максимум своих эмоций, да, то есть если бы вам сейчас рассказывал, знаете, вот сухо, потому что написано сзади на упаковочке кофе такой-то, такой-то, такой-то обжарки, такого-то формата. Ну вот просто взял и читал. Согласитесь, это бы было менее эффективно, чем когда я с вами поделился своими такими живыми эмоциями, может быть, не шаблонными. Кто с этим согласен? Кто согласен, что наши живые эмоции дают всегда гораздо больше эффекта и наше отношение к продукту, чем просто, ну, условно, сухой написанный состав на картинке, на этикетке или где-то еще. И я вот на это предлагаю вам сделать акцент всегда, когда вы будете вести соцсети или когда вы будете проводить живые встречи. Не старайтесь сказать все умно и правильно. Не старайтесь запомнить от и до там все компоненты, входящие в состав там шампуня, бальзама, кондиционера. Очень здорово, если вы это будете знать, но поверьте, в 99% случаев человек, сидящий напротив вас, он покупает не состав продукта, он покупает эмоции, которые вы ему даете. Он покупает
скажем так, свой образ, который он получит от этого продукта. И вот это и есть тот самый промоушен, о котором мы говорим, да, если мы говорим о промоушене продукта. То же самое касается и промоушена бизнеса. Вот, это была такая небольшая прелюдия, да. Ну, а сейчас хочется перейти на тему в целом сторителлинга и на тему истории в нашем бизнесе. Почему в нашем бизнесе важны истории? Суть вообще в целом сторителлинга, да, вы рассказываете человеку какую-то историю, с которой он себя может отождествлять, с которой он себя может ассоциировать, и он, слушая ваши истории, понимает какие-то вещи, получает какой-то эмоциональный отклик и делает для себя определенные выводы. То есть вы можете этому человеку говорить: надо так, надо так, надо так. Или не надо так, да? А можете рассказать ему историю. А вот у меня в команде, например, был такой партнер, который делал вот так, вот так, вот так, и пришел к результату. То есть вы как бы человека не заставляете что-то делать, вы его не ставите в жесткие рамки. Вы просто ему рассказываете, что вот на примере вот этого человека, или на моем личном примере, вот это вот, вот это вот, вот это вот привело к результату. А конкретно вот это, вот это, вот это к результату не привело. Потому-то, потому-то, потому-то. Я вот за себя могу сказать, например, да, несколько лет назад, когда я только-только начинал продвигаться в онлайн-направлении, когда я только решил использовать свои соцсети в бизнесе, да, потому что первые месяцы я вообще не касался этой темы, я начал использовать такую интересное словечко, такую технику, называется спам. Я попробовал это. Где-то 2 месяца вот мне хватило, чтобы понять, что это не работает от слова совсем, что это осталось где-то на границе там 2010-2015 годов, когда, возможно, это неплохо работало. Но сейчас на практике это не дало результата. Это, я говорю даже про год 2015-2016, в 2020-м, естественно, это не дает результата. И это была моя история. Я понимаю, что... Ну, это можно делать, но это не будет работать у человека, да, то есть я также, я не объясняю человеку, что делай вот так и не делай вот так, я рассказываю историю. И через историю человек может приходить к вам в бизнес, человек может через истории покупать ваш продукт, человек может через истории принимать решение стать лидером. Скажите, пожалуйста, вот вы часто наверняка наблюдаете на официальных страницах компании, ВКонтакте, в Инстаграм, историю успеха лидера Формель, которые приходили к определенному результату, которые получали автобонусы, Kia Rio, Мерседесы, и они там делятся, вот какой путь они прошли, что они делали, какие сложности они испытывали, что у них получалось, что не получалось. И вот скажите, пожалуйста, кому нравится читать эти истории, кого эти истории вдохновляют, кто в этих историях, может быть, узнает сам себя. И, например, у вас опустились руки, и вы в какой-то момент вот, ну, чувствуете, что что-то идет не так, что-то не получается. И тут вы натыкаетесь на историю какого-нибудь лидера, который рассказывает: слушай, да, я, как и ты, была мамой в декрете, например, у меня было там 2 маленьких детей у меня на шее, я понимала, что у меня выход из декрета там один, грубо говоря, выйти на работу за 20 тысяч рублей, но я сделала вывод, что в компании Армель там я могу состояться, я сделала то-то, 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 я нашла время, я приложила усилия, я поставила все там на успех в Армель и добилась этого результата. Вот кого такие истории мотивируют? Вот буквально сегодня я прочитал тоже такую очень классную историю на страничке одного из лидеров компании Армель, которая рассказывает, что она в бизнесе 4 года, и как это случилось, и как она пришла, как она приняла решение, как она заняла на папку эти там 2000 рублей, как она начинала этот бизнес с несколькими детьми на себе, скажем так, да, и каковы были ее чувства, когда она заработала там первые 100 с лишним тысяч рублей. Но это же круто, да, даже, например, меня, как человек, который уже занимает некоторую позицию в компании, некоторую лидерскую ступеньку, меня эти истории вдохновляют, и мне очень интересно их читать, они зажигают. Это живые эмоции человека. Вот. И
Поймите, что чем больше вот таких историй вы знаете, вы этими историями можете зажигать и мотивировать тех людей, которые сидят напротив вас, вашу целевую аудиторию. Например, если я провожу встречу с торговым представителем, ну, допустим, да, я всегда могу рассказать: слушай, вот у меня в команде есть такой человек, да, ну, там, называть его имя, фамилию, это человек, торговый представитель, и она несколько лет наблюдала перед тем, как прийти в команду, перед тем, как начать строить бизнес. Но когда она пришла, она поняла, что здесь действительно можно зарабатывать хорошие деньги, как хорошие быстрые деньги, она благодаря там своим связям, своим умениям, своим навыкам смогла выйти на доход там в 60-70 тысяч рублей уже там через 2-3 месяца, и сейчас стабильно этот результат повторяет и увеличивает. И, соответственно, я понимаю, что, слушай, действительно, торговый представитель – это хорошая аудитория, та аудитория тех людей, которым не нужно объяснять, как делать бизнес, которым не нужно объяснять, как делать деньги, которым не нужно объяснять, как презентовать продукт. Это те люди, которые готовы, например, взять эту идею и сделать. Вот. Поэтому на примере этого человека я могу сказать, что да, это однозначно классно получается. Как ты считаешь, у тебя это может получиться? И человек, когда он уже услышал пример другого живого человека, который, ну, такой же абсолютно, занимается той же, например, профессией, или того же возраста, того же пола, того же социального положения, или проживает в его городе, он понимает: но раз смог другой человек, значит, смогу и я. Раз у кого-то это получилось, значит, получится и у меня. Это вот о роли истории в нашем бизнесе. Смотрите, какие еще преимущества вы можете использовать, да, сторителлинга, преимущества истории в ваших переговорах. Очень часто сторителлинг, то есть истории, они закрывают вопросы, возражения, которые возникают у вашего клиента или кандидата. То есть вы можете эти истории доносить, вы можете свою историю рассказать. Это тоже очень хорошо работает. Например, вы видите, что человек сидит перед вами, у него есть какие-то сомнения. Ну, например, вы можете прямо понять, да, вот прямым вопросом: слушай, какие у тебя сомнения? Человек вам их может выложить. Можете почувствовать это, что он сомневается, например, в том, что он сейчас потратит там 2500 на старт в бизнесе и не сможет заработать там даже эти деньги в ближайшее время. Вы чувствуете это? Можете рассказать свою историю, так и сказать: слушай, я вот вспоминаю себя там, ну, допустим, пару лет назад, когда я только-только хотел начать этот бизнес. У меня тоже были такие сомнения. Я на самом деле несколько месяцев там думал: а вот я сейчас куплю папку, а если никому вдруг это будет не нужно? А если никто не захочет у меня купить этот продукт? А если никто не захочет присоединиться к этому бизнесу? Меня эти сомнения прям терзали. Но я все-таки решил, что, ну, лучше я сделаю это, да, чем я не сделаю и буду жалеть. И я взял папку, и ты представь, что буквально там в первую неделю я получил 8 заказов, там заработал там 5000 рублей, и у меня появился там первый партнер. И я прям был просто в восторге, я даже был в шоке, что вот такие вот довольно быстрые деньги пришли, а я в себя не верил. Ну, например, это ваша история. И человек слышит это, и он понимает, что, слушай, да, действительно, а чем я хуже? То есть это живая история, живые эмоции, но одно из основных правил, друзья, старайтесь, чтобы эти истории были реалистичны, то есть не выдумывайте их, вот прям не рекомендую эти истории выдумывать. То есть у вас должны быть реальные истории, ваши ли истории, ваших ли партнеров, может быть, партнеров даже других структур, которые вас зацепили, может быть, это истории каких-то лидеров, причем в этих историях абсолютно не обязательно называть имя конкретного человека там и так далее. Да? То есть вам достаточно эти истории транслировать, это реальные кейсы, реальные примеры. Я, например, очень часто рассказываю такую историю, как один из партнеров моей команды в один из месяцев просто на продажах по рекомендациям смогла заработать более 100 тысяч рублей, то есть на продаже нашего продукта. И когда мне, например, человек на встрече выдает возражение: да я вообще не знаю, кому я это, к примеру, продавать или кому нужен продукт, я говорю: слушай, я тебя прекрасно понимаю, да, у многих людей такие сомнения возникают. Но, например, в моей команде есть партнеры, которые на продажах свободно зарабатывают
зарабатывают там 20-30 тысяч рублей в месяц. А есть некоторые, ну, конечно, таких немного, но они есть, и они это показывают, которые и по 50, и по 100 тысяч в месяц зарабатывают. Например, мой партнер из Ростова в том-то месяце того-то года сделал вот такой-то результат на том, на том, на том, на том. Ну, то есть я эту историю прям могу рассказывать несколько минут. Человек слушает, и такой, наверняка в голове у него уходят некоторые вопросы. Да, при этом я не стараюсь бороться с его возражениями напрямую. Я просто рассказываю эту историю, а эта история сама убивает тараканов в голове этого человека. Это работает очень-очень круто. А лучшая мотивация – это продукция, деньги, которые ты зарабатываешь, чужие истории никому не интересны. Галина, вот на самом деле могу согласиться лишь отчасти насчет того, что чужие истории никому не интересны. Чужие истории интересны, потому что они могут являться примером. Они могут являться примером того, что да, это возможно. Лично меня очень сильно мотивировали чужие истории, когда я пришел в компанию «Армель». Все началось с того, что меня вытащили просто чуть ли не силой на мероприятие, и мне тогда компания «Армель» была неинтересна как бизнес. Но когда я услышал людей, которых я видел в первый раз в жизни, и услышал, что они на тот момент зарабатывали там по 30, по 50, по 70 тысяч рублей, и они рассказали, как они к этому пришли. Я посмотрел на них, и я понял, что да, если у них это получилось, и они прошли через вот это, вот это, вот это, и вышли на такой результат, но почему я этого не могу? То есть я услышал их истории, и я понял, что я эти истории могу повторить, могу достичь этого же, а, возможно, смогу и лучше, смогу больше. Поэтому меня очень сильно мотивировали вот эти чужие истории. Потому что, когда таких историй нет, поверьте, вы сами можете не видеть, скажем так, путь и вектор движения. Например, вам сложно представить, каково это в компании «Армель», например, забрать Kia Rio, получить автобонус, если бы, например, вы не видели ни одного лидера, который получил Kia Rio. Или, например, мы бы вам все сейчас рассказывали про то, как круто в «Армель» ездить на «Мерседесе» и забирать «Мерседес», но если бы сейчас, там, за 5 лет в компании в «Армель» не было выдано ни одного «Мерседеса». Выглядело бы странно, да, вы бы задавали вопросы. А где те люди, которые сейчас в компании ездят на «Мерседесе»? Друзья, они вот они вокруг вас. И самое интересное, что это абсолютно обычные люди. Я могу рассказать вам историю своих хороших знакомых, которые просто несколько лет назад... Парень работал грузчиком, его жена была, ну, скажем так, домохозяйкой, да, то есть она была в поисках себя, в поисках возможностей, в поисках какой-то лучшей жизни. И больше 5 лет назад этих ребят также пригласили на презентацию компании. И я точно знаю, что они долго думали вообще, где взять деньги. Где взять деньги на старт, где взять эти там 2000, чтобы купить стартовый набор, папку с пробниками. Они нашли это, и они на самом деле прошли очень большой путь развития. Они просто преодолевали себя постоянно. Я скажу честно, что когда я попал на первую презентацию, которую проводили эти ребята, я сидел в зале, где-то в задних рядах тогда, и я смотрел, и, ну, честно скажу, вот я выражу свои эмоции. Я смотрел и думал, кто этих людей выпустил на сцену? Они вообще не умели говорить. Ну, не на сцену, скажем так, да, в широком смысле этого слова, а проводить презентацию. То есть они реально очень плохо говорили, они переживали, они запинались, они сбивались, они читали где-то по бумажке. Я сидел и думал, ну, боже мой, ну как, вот как? Да, то есть и за... 5 с лишним лет эти люди настолько выросли, они настолько выросли в профессиональном плане, они сейчас проводят суперские школы, суперские обучения, они ведут за собой сейчас тысячи людей. Благодаря там, их обучениям уже большое количество партнеров компании «Армель» стало зарабатывать очень хорошие деньги. И сегодня эти ребята, да, забрали «Мерседес», получили машину там стоимостью в несколько миллионов рублей, пришли к одной из своих целей просто потому, что они не остановились, они увидели в компании «Армель» возможность, они увидели, что в компании «Армель» можно расти, развиваться, и не останавливали свое развитие, пришли к этой цели. О чем это говорит?
что если вы не останавливаетесь, да, если вы стараетесь развивать себя, вы в любом случае придете к своей цели. Кому-то на это потребуется 2-3 года, кому-то на это потребуется 5 лет, а кому-то, возможно, там 7, 8, 9, 10 лет. Но задайте себе вопрос, если не в Армель, у вас есть варианты через 5-10 лет ездить на Мерседесе за несколько миллионов рублей? Ну вот реально и трезво посмотрите на эту ситуацию. Я понимал, что у меня таких вариантов нет. Мне Мерседес, например, не снился даже в самых таких смелых снах и фантазиях, потому что, ну, где я и где Мерседес 5 лет назад? Сегодня для меня, к примеру, это абсолютная обыденность. И вот сейчас вам расскажу историю, да, обычных людей, абсолютно обычных людей, Алексея и Нины. Вот мы только сегодня буквально... Я тоже присутствовал на этом вручении Мерседеса. Это классные эмоции, это тоже классная история, которая работает. И вот вы эти истории можете слушать, запоминать и тоже использовать в своих переговорах. Вот, но смотрите, старайтесь, опять же, истории сильно не растягивать, чтобы ваши истории не были... там по 10, по 15, по 20 минут, да, потому что очень часто, я тоже такое слышал, такие примеры, когда человек рассказывает, например, проводит презентацию, в эту презентацию решает вписать какую-то историю. Но эту историю рассказывает настолько долго и настолько глубоко погружается в детали, что люди, которые слушают ее, им становится неинтересно, они теряют нить этой истории. Поэтому старайтесь историю вот вписать максимально вот так вот емко, да, понятно и конкретно. Вот, поэтому всегда, когда вы приводите какой-то пример, когда вы рассказываете какую-то историю, покажите просто человека, у которого была аналогичная проблема, аналогичная ситуация, какой-то аналогичный вопрос, и как этот человек эту проблему решил, как он эту ситуацию решил, или как он получил ответ на свой вопрос, и какой это ответ на вопрос. Кто принял информацию, кто сейчас потихоньку вот начинает улавливать некоторые жетоны, напишите, пожалуйста, дайте обратную связь, а я пока сделаю глоток нашего просто шикарного кофе гоу зернового, вот не устану о нем говорить, это просто вот теперь Бразилия, это one love. Отлично, друзья. Я думаю, что вы мои эмоции от этой истории чувствуете через экран. Вот скажите, пожалуйста, кому через экран передаются мои эмоции от вот истории Янины и Алексея, эмоции от вручения Мерседеса, кто это прям чувствует? И вот запомните, что когда вы рассказываете историю реальную, живую, у вас должны быть вот такие же эмоции. Потому что рассказывать реально крутую, вдохновляющую историю с кислой миной, ну, это не работает, это не прокатит. Отлично. Отлично. Вот смотрите, то есть вот такая небольшая схема использования истории, использования сторителлинга. То есть вот есть герой истории, да, или, соответственно, проблема. Какой-то сюжет, да, то есть попытка решить эту проблему. Возможно, неудача, с которой человек столкнулся. Соответственно, решение проблемы и резюме, то есть мораль, вывод. То есть вы стараетесь любую историю закручивать вот таким образом. Вот, то есть... Очень много сейчас маркетинговых стратегий, они строятся через истории. Даже если вы вспомните рекламу любую, телевизионную, очень часто, смотрите, как происходит, да, очень часто нам показывают какого-то героя рекламы, у которого есть какая-то проблема. Ну, например, давайте представим там... Мама, у которой пришел ребенок с грязной белой футболкой, которая срочно нужна, а там на ней грязь. Все, проблема, кошмар, мир рухнул, у ребенка грязная футболка. Задача, что же делать, как же быть, ай-яй-яй. И тут раз приходит решение, вдруг откуда ни возьмись появляется, опа, гель для стирки Армель, который раз и отстирывает эту футболку разом, счастлива мама, счастливы дети, белая футболка, мир расцвел, вокруг цветочки, одуванчики, бабочки, все круто в общем. Кто видел такой сценарий рекламы? Кто замечал, да, как реклама использует вот эти сценарии, короткие сценарии сторителлинга? Я, конечно, сейчас это перенес на Армель, но я думаю, вы понимаете. Те же самые примеры с зубной пастой. Те же самые примеры, вот скажите честно, кто из вас пугался, когда видел по телевизору тех страшных чудовищ, которые живут под ободком вашего унитаза?
Ну вот реально, кто пугался от этих историй? Кого прям, кто смотрел и думал, господи, это все происходит у меня дома, да как я боюсь за того героя, которого показывают, что же он будет делать? И тут приходит какое-нибудь чудо-средство, и вау, все заработало, все супер, и все цветет и пахнет, да? Вот все то же самое, то есть как бы нагнать немножко жути, где-то, может быть, усилить этот страх, да, показать, а что будет, если вот человек это не купит или этого не случится, и что будет, что может быть, то есть картинка, если это случится. Кто хочет вот услышать примерно то же самое на примере нашего бизнеса, да, как я иногда это преподношу и как я это показываю. Вот один из примеров сторителлинга, да, истории вот такого вот сейчас, потом, да, настоящее, будущее, как я это связываю с бизнесом. Кто хочет услышать сейчас на живом примере? На примере вот того самого героя. Опять же, герой – это человек, который напротив вас. Я говорю, смотри, вот я часто так заканчиваю встречи. Я говорю, смотри, на самом деле ты можешь принять предложение бизнеса, можешь отказаться. То есть это только твое решение, это только твой выбор. Но ведь по сути, у тебя какие варианты сейчас есть? Я говорю, смотри, через несколько лет в нашем городе, например, в Ростове, будут тысячи, возможно, десятки тысяч партнеров и довольных клиентов компании Армель. А ты в любом случае будешь с этим брендом где-то сталкиваться. К тебе кто-то придет на день рождения и подарит духи Армель. А ты зайдешь кому-то в гости, и он тебя угостит кофе Армель, например. Придешь куда-то в компанию, там человек, например, достанет антисептик Армель, да, или ты будешь идти по городу и будешь видеть, как человек несет несколько пакетиков Армель с продукцией, которую он только-только купил. А ты будешь стоять на остановке, мимо тебя проедет там несколько Kia Rio Армеля, в какой-то момент им несколько Мерседесов. И каждый раз, когда ты будешь видеть вот этот логотип со словами Армель, ты будешь вспоминать нашу сегодняшнюю встречу, ты будешь вспоминать, что я тебе это когда-то предлагал. Да, у тебя в любом случае это в голове останется, ты это уже из своей памяти не сотрешь. И главный вопрос в том, а с какими эмоциями ты это будешь испытывать? Будут ли у тебя чувства, что, слушай, да, это часть этих людей, это мои партнеры, я причастен к этому бренду, и сейчас благодаря этой компании я имею там новую квартиру в хорошем районе города, я сам езжу на новой машине, за которую платит компания, я могу путешествовать несколько раз в год, я кайфую от того, чем я занимаюсь, я в целом свободный человек, и я благодарен компании Армель, что она поменяла мою жизнь. Или ты будешь думать о том, что как меня все это бесит, как меня бесит этот бренд, как меня бесит видеть этих счастливых людей, почему вообще вот это все, почему мне это попадается на глаза? Я вообще не хочу это видеть, потому что я в свое время забил на это, не услышал это, и сейчас стою на остановке, жду автобус там на работу, а скоро уже там пенсия. Ну, я, к примеру, да, опять же, беру. И я человеку рисую эти две картинки, да, скажем так, вот есть вариант такой, есть вариант такой, выбирай. То есть я тебя ни к чему не призываю, я тебя не навязываюсь, я не заставляю тебя, я не убежаю, я просто рассказываю историю, какой твоя жизнь может быть в ситуации с Армель и какой твоя жизнь может быть без Армель на примере истории. И человек, он может себе представить вот эти картинки, да, то есть чем ярче вы нарисуете эту картинку, можно в красках, в деталях, в цветах это сделать. И человек это реально представляет. Вот я в свое время это очень хорошо представлял. То есть у меня прям вот на мне это сыграло. И, ну, понятно, люди есть разные. То есть это не значит, что любой человек, которому вы расскажете эту историю, непременно станет вашим партнером. Да? Кому-то нужно и на остановке стоять, ждать автобуса. Это нормально. Поймите этот момент. Но это один из эффективных способов дать человеку возможность задуматься. Подумать о том, что действительно это не ваша задача его зарегистрировать во что бы то ни стало. Это не, как бы, не ваша головная боль, да, чтобы он обязательно стал партнером, там, подписался, купил. Что просто вы можете ему помочь в достижении его цели. Кто понимает вот этот момент очень четко, что основная задача сторителлинга, да, это показать человеку проблему, решение этой проблемы через какую-то историю, свою ли, его ли историю, историю ли другого человека, не принципиально. Кто это понял? Напишите, пожалуйста, дайте обратную связь.
Отлично. Отлично, друзья. Еще раз, да, подытожим, какие ошибки при транслировании истории. То есть не нужно слишком долгих историй, 2-3 минуты оптимально. Опять же, старайтесь не игнорировать обратные связи, да, то есть в любом случае сторителлинг – это диалог. Слушайте всегда, что говорит человек, что ему интересно, что его цепляет. Может быть, где-то он хочет что-то спросить, задать вопрос, дайте ему возможность задать этот вопрос, выслушайте, ответьте. То есть когда вы в переговорах уходите в длинные монологи, человеку становится скучно. Сторителлинг – это не только проговорить, это еще про то слышать, да, это слышать обратную связь от человека, может быть, где-то менять направление своего разговора, менять акценты в этом разговоре, исходя из того, что говорит собеседник, какое у него настроение, о чем он думает, да, то есть в любом случае в нашем бизнесе вы развиваетесь даже как психологи, то есть вы начинаете немножко понимать психотипы людей, вы начинаете понимать, с кем в каком формате можно взаимодействовать, а с кем нет. И это одна из деталей, да, в которых мы растем. Потому что очень часто, когда мы начинаем проводить первые встречи, и у меня это было, я уверен, что у многих из вас это было, мы проводим их абсолютно одинаково. То есть мы запоминаем какой-то готовый шаблон проведения встречи и стараемся этому шаблону следовать всегда. То есть мы говорим одинаково со всеми. Кто замечал это? У кого это бывало? Вот я четко помню свои первые встречи, они мне были похожи одна на одну, вот прям под копирку. И я понимаю, что, конечно, это был опыт, но это было, наверное, как-то неестественно. Да, я старался показаться слишком умным, я старался нигде не сделать ошибок, я старался нигде не оговориться, я старался, быть слишком правильным. Но поверьте, что человек, который сидит напротив вас, он не хочет видеть слишком правильного, ему не нужен слишком умный, ему нужен обычный человек, такой же, как он сам. Сила нашего бизнеса в простоте. То есть наш бизнес действительно, он простой. Чем проще, чем понятнее для человека вы объясните свою идею, вы объясните концепцию бизнеса, вы скажете о продукте, тем с большей вероятностью этот человек решит присоединиться к вам. Вот прямо услышите вот этот момент. Вот. Опять же, во время транслирования истории не давайте слишком много деталей, да, то есть не углубляйтесь сильно туда. И не старайтесь прям откровенно продавать во время истории. То есть история, она не должна напрямую продавать, она должна рисовать какую-то картинку в голове клиента, в результате которой он, возможно, сам выразит желание у вас что-то купить, прийти в бизнес там и так далее. Теперь давайте немного поговорим о промоушене. Да, мы с промоушена начали, промоушеном и закончим. Вот, то есть... По сути, что такое промоушен? Это комплекс действий, которые имеют общую цель – продвижение, раскрутка бренда, бренда Armel в частности. И в зависимости от прямой рекламы, да, промоушен – это всегда показ выгоды, то есть показ выгоды человека. Хотя, по сути, промоушен – это та же реклама, но чуть более в широком смысле этого слова. И вот очень хорошая цитата, да, продвижение происходит естественным образом, когда вы делаете то, что хорошо умеете. Или хорошо делаете то, что умеете, скажем так. Всегда, когда вы любите то, что делаете, когда вы относитесь к этому искренне, не через силу, не через «не хочу», не через «не могу», а вот реально это любите, вы всегда это продвигаете хорошо, от души. Кто замечал, что когда вы, например, любите какой-то продукт, вы можете о нем рассказывать, от всей души, даже если вы о нем, может быть, не очень хорошо знаете, ваши эмоции продают хорошо. Кто замечал, что лучше всего у вас продаются те духи, которые лежат в вашей сумочке? Да-да-да, может быть, кто-то это не замечал, но я на практике вижу, что самые большие продажи у наших партнеров идут теми продуктами, которые есть у них с собой в сумочке. Почему? Потому что вы этим пользуетесь, вы это любите и вы это предлагаете. Например, у меня самый продаваемый аромат – это 351 Лондон. Вот самый продаваемый аромат. Наверное, 40-50% продаж из мужского парфюма у меня этим ароматом. Почему? Потому что он у меня в сумочке, он всегда со мной. Вот и все.
Я даже приведу пример, да, например, на примере своего Инстаграма. У меня достаточно, ну, неплохо раскрученный аккаунт, и особенно в последнее время очень часто обращаются различные, ну, компании, не сетевые, естественно, компании, с предложениями рекламы, да, прорекламировать что-либо, какой-либо товар, продукт, услугу и так далее. И я, у меня всегда один ответ, что, друзья, все здорово, но я не рекламирую то, чем я сам не пользуюсь. Я не могу фальшивить, я не могу врать, я не могу рассказывать аудитории о том, чем я не пользуюсь сам, или то, что, ну, как бы я не люблю настолько, чтобы это рекламировать. Приведу пример, да, я всегда без проблем, например, рекламирую там один из своих любимых банков. Почему? Потому что я действительно искренне считаю это топовым уровнем, например, банковского обслуживания. Я сам клиент этого банка уже 6-й год. Я его искренне люблю и готов продвигать, рекламировать его даже абсолютно без всякого вознаграждения, просто искренне, чтобы делиться с людьми, да, чем-то полезным. Но если мне предложат прорекламировать то, чем я не пользуюсь, не хочу или не уважаю, поверьте, ну, я не буду это делать даже за хорошие деньги. Потому что у меня нет нужного отношения к этому продукту, да? Поэтому, друзья, всегда, когда вы о чем-то говорите, будьте искренни. Потому что, ну, например, если вы не пользуетесь каким-то из продуктов Армель, не старайтесь о нем рассказать в сторис вдохновленно, потому что с большой долей вероятности люди поймут, что вы где-то фальшивите и что ваши эмоции неискренние. Ну, например, да, вот честно скажу, мне сложно, реально сложно презентовать каким-либо образом и рассказывать о косметике. Я понимаю, что у нас косметика качественная, классная, но мне сложно. Почему? Потому что я сам, ну, естественно, да, не могу этим продуктом пользоваться, и я не понимаю, что о нем вот говорить со стороны эмоций. То есть я могу выучить составы, но это никому не интересно. Со стороны эмоций я дать не могу. Поэтому я стараюсь всегда транслировать эмоции другого человека, в частности своей супруги, рассказывать ей, передавать ее отношение к этому продукту, либо еще проще, делать промоушен на нее, как на активного пользователя этого продукта, и уже брать ее отзывы и передавать их людям, либо выводить этих людей на нее. То есть это тоже как один из эффективных инструментов. Да? То есть если я в чем-то слаб, например, я могу скооперироваться с человеком, который в этой теме силен, и использовать его качество, чтобы дать достойный промоушен. Также здесь, если вы, например, еще, ну, к примеру, не попробовали какой-то продукт, но вам нужно о нем рассказать, нужны живые эмоции, вы же можете на встрече с человеком, например, позвонить своему наставнику, ну, если он может с вами говорить, да, предварительно спросив, и просто сказать: слушай, я на встрече, у меня человек интересуется, ну, допустим, там, мультипептидной сывороткой, а я еще вот ее, ну, не пробовала, закончилась она на складах, нет, я еще не попробовала. Можешь дать свои эмоции? Возможно, ваш наставник там сделает эту продажу прямо по телефону, просто передав эмоции, потому что он обожает этот продукт, он им пользуется, он кайфует от него. Очень хорошо в этом формате работают также видеоотзывы, да, прям можно брать видеоотзывы, которые есть, накопились там у вас, у ваших партнеров, может быть, даже у других партнеров где-то, собирать их там на своем телефоне или собирать их где-то на каких-то ресурсах. И потом во время встречи просто показывать эти живые видео, показывать эмоции живых людей о продукте или о бизнесе, или о том, как другие партнеры там забирают автобонусы, ну и так далее, да, то есть много примеров. Потом промоушены обязательно используйте как инструмент. Если с точки зрения бизнеса, да, опять же, показывайте всегда автопрограммы. Это очень круто работает, когда люди видят, кандидаты видят живых людей, как эти живые люди рассказывают свои истории, как эти живые люди забирают Kia, забирают Мерседесы. Показывайте каникулы от компании, видео, как люди отдыхают. Знаете, я так скажу, я когда только-только пришел в сетевой бизнес, это еще даже не была не компания Армель, я увидел видео одного из вояжей, вот таких путешествий лидеров, это, я помню, это была Турция, и я видел реально, как люди отдыхали, как там они кайфовали в аквапарках, как они гуляли, ну,
просто вот эту атмосферу на видео, там буквально 4-минутное видео. И я прям так загорелся, что я тоже хочу попасть в такое путешествие, я тоже хочу быть вот в центре этих событий, я готов развиваться, чтобы путешествовать, вот так вот отдыхать. То есть для меня это прям, ну, было что-то, не знаю, небо и земля, потому что я в тот момент никогда не был за границей, меня это нереально мотивировало. То есть меня тогда очень сильно зацепили тема путешествий, вояжей. Возможно, для меня это была одна из главных мотиваций, да, ну, деньги, понятное дело, но вот путешествия, возможность попасть за границу с классной компанией единомышленников, с руководством компании, это, ну, была одна из целей и самых таких вот, как говорится, свечей, горящих под пятой точкой. И это очень многих цепляет, поэтому используйте вот такие ролики, промо-ролики. Вот. Также очень хорошо работает промоушен на наши закрытые тренинги и обучения, там курс по мейкап, курс по парфюму. Всегда это промотируйте. Например, когда вы только-только, допустим, человек принял решение заключить контракт, и вы запускаете его в бизнес, так и скажите, что смотри, у тебя есть возможность сразу же пройти обучение от топовых экспертов, от профессионалов своего дела, обучиться мейкапу, который позволит тебе зарабатывать там просто на продажах косметики по несколько тысяч рублей в месяц, грамотно ее преподнося, и пройдя курс по парфюмерии, который позволит тебе стать, ну, тоже грамотным специалистом. Делай 50 баллов, попадай на это обучение, обучение вышка, там я прошла, мне понравилось, словила такие-то инсайты, поняла, что очень многого не знала, и мне теперь это очень помогает в работе. Но это примеру говорю, да, что вы можете доносить. И это тоже работает. Идем дальше, да, по поводу промоушена. Очень важно показать именно пользу, выгоду конкретного человека от того, что он, например, придет к вам навстречу или заключит контракт. То есть очень часто, когда мы ведем переговоры, мы прямо или косвенно показываем человеку, что нам это нужно, что он нужен нам в бизнесе, что нам, например, ну, нужно закрыть квалификацию, или у нас такая-то цель, поэтому мы хотим видеть его в своей команде. Но часто человек, который сидит напротив вас, ему, ну, давайте так, я скажу грубо, но ему глубоко пофигу на ваши цели, на ваши амбиции. Это важно, но часто ему, важно вам, но часто ему на это абсолютно параллельно. Ему интересно слышать ответ на вопрос, а что я с этого получу, что я с этого буду иметь, чем ты можешь помочь мне в достижении моих целей, да, то есть чему ты можешь меня научить, или сколько людей там ты привел к какому-то результату, например, или почему я должен присоединиться к тебе, да, то есть человек задает вопросы. Понятное дело, что ваша убежденность, она важна, что очень важно, чтобы вы четко понимали, что вы хотите достичь, но делая предложение человеку, проводя переговоры с ним, важно показать, чего он может достичь в нашей компании, в вашей команде и так далее. И когда вы доносите эту информацию, когда вы рассказываете истории, старайтесь давать максимум, еще раз, живых эмоций. То есть, чем более эмоционально вы будете на встрече, человек будет чувствовать ваш огонь, человек будет покупать вот эту историю через ваши горящие глаза. Потому что, согласитесь, проводя встречу с кислой миной, проводя встречу монотонно, тихо, сухо, эффективность ее снижается просто в разы. Как бы вы хорошо ни говорили, какие бы умные вещи вы ни говорили, если у вас не горят глаза, эффективность этой встречи будет очень сильно падать. Вот. И когда вы делаете промоушен на что-то, всегда думайте о том, какую цель вы хотите получить в результате промоушена. Например, вы даете промоушен на, ну, допустим, давайте так, на закрытие квалификации в этом месяце, да, своей команде, например. То есть вы дарите какой-то подарок, например, за закрытие квалификации такой-то, такой-то. То есть четко понимаете, да, что кто из этих людей готов на эту цель поработать, да, то есть, возможно, это какой-то будет индивидуальный промоушен. То есть все люди индивидуальны, кого-то цепляет что-то одно, кого-то цепляет что-то другое, кого-то цепляет третье. И в любом случае, если вы хотите в этом бизнесе расти и развиваться, вам нужно
уметь читать людей, да, кто на что идет, кого что цепляет, кого что мотивирует. Возможно, кому-то вы предложите, повторюсь, какой-то подарок, это для него будет классной мотивацией, да, вы спромотируете. Ну, например, слушай, вот давай так, если ты закроешь там 9%, я тебе сделаю вот такой-то подарок, он будет для тебя ценен. Может быть, это книга, может быть, это что-то еще, да, не суть, то есть каждого свое цепляет. А кому-то, возможно, да, что-то другое сработает и сыграет. А кто-то придет на другую идею, кто-то придет на другую тему. Кому-то интересен промоушен соревнований. Вот я вспоминаю, вот когда я был новичком, там только-только пришел, там закрывал свои первые там, 6%, мои наставники такой очень интересный промоушен для меня делали. Они понимали, что это меня цепляет, они постоянно мне об этом говорили. Они... Вот я такой человек азартный, да, я люблю соревноваться, и они всегда цепляли меня идеей соревнований. Они показывали мне человека, который чуть-чуть впереди по оборотам, по квалификации и так далее, и говорили, ага, смотри, а вот у нее, например, там уже там 700 баллов, а у тебя там 500, что ты догонишь ее в этом месяце, а слабо там ее догнать? И у меня прям вот такой моторчик, да-да, догоню, сделаю. Там выиграю, скажем так. Раз-раз-раз в какой-то момент догнал, перегнал, стало неинтересно. Мне показали другую цель. А вот такой-то человек, смотри, как у него. А там догонишь, а сделаешь и так далее. Знаете, и это реально многих заводит. Я скажу так, даже между нами лидерами иногда вот есть такая вот здоровый такой соревновательный момент. Есть некоторые лидеры, с которыми мы прям между собой общаемся. Ага, какой у тебя сейчас оборот? Такой-то, у меня такой-то. Ну что там, кто кого догонит, перегонит. Это там бывает, что один месяц там этот лидер обгонит, этот месяц этот лидер обгонит. Но это интересно, да, вот такой соревновательный момент. Очень многих это цепляет. Почему очень часто хорошо работают различные марафоны, соревнования, какие-то турниры? Потому что люди любят вот этот вот азарт. Согласитесь, вот кто любит азарт, кто хочет, кто любит соревноваться с другими людьми, кто любит, вот, знаете, вот этот вкус, может быть, какой-то даже локальной победы, кто любит вот это признание, промоушен от компании, когда компания объявляет там топ-100 лучших рекрутеров. Кстати, тоже классный промоушен. У меня есть партнеры, которым я говорю, слушай, смотри, у тебя в этом месяце уже зарегистрировано 4 человека, до конца месяца еще 10 дней. Блин, вот давай зарегистрируем еще там 3-4 человека, и ты однозначно будешь в топ-20 лучших рекрутеров. Представь, ты будешь висеть на главной странице сайта компании. Тебя увидят, тебя узнают. Тебе это цепляет вообще, эта идея? Как насчет того, чтобы войти в топ-20 лучших рекрутеров этого месяца? Человек, о, вау, круто, да, это идея, это мотивация, надо еще зарегистрировать 3-4 человека в этом месяце. И я понимаю, что этого человека это цепляет. И нужно об этом напоминать, нужно это промотировать. И, кстати, вот этот ход компании тоже очень круто. Признание лучших рекрутеров, да, показать, признать, выдать сертификаты, выдать подарки – это здорово. Вот. И очень важно, опять же, во время промоушена, да, еще раз об этом скажу, потому что это очень так важно понимать, показать выгоду, да, человеку, то есть построить мост между его «имею» и «хочу». Вот такой вот яркий пример, то есть вот сейчас у человека есть вот это вот его «имею», а вот это вот его «хочу», да, вот чуть выше и дальше. И ваша задача с помощью истории, с помощью промоушена соединить это «имею» и «хочу», да, вот одной линией, одним мостиком. То есть у него сейчас есть это, а хочет он это. И показать, как он из точки «имею» в точку «хочу» придет, пункт А, с помощью компании «Армель», пункт Б, с помощью вашей команды, пункт С, с помощью вас лично. Что вы возьмете его за руку и поможете ему пройти по этому мосту из его точки «имею» в его точку «хочу». Вот если вы человеку на встрече это грамотно покажете, грамотно презентуете, вероятность того, что он присоединится к вашей команде, повышается в разы. И для того, чтобы провести грамотную, эффективную встречу, вовсе не обязательно рисовать сотни кружочков, вовсе не обязательно расписывать каждую циферку маркетинга, вовсе не обязательно перемножать циферки там, оборота на баллы и на рубли. Это все второстепенно. Когда человек поймет, зачем, с какой целью ему присоединяться в вашу команду, к вам, с какой целью ему приходить в бизнес с компанией «Армель», с какой целью ему вообще для себя выбирать сетевой бизнес, что он с этого получит,
вот тогда он станет вашим партнером, а не тогда, когда вы ему покажете, что в компании Armel там маркетинг на 3 рубля лучше, чем там в какой-то другой компании. Поверьте, людям не это интересно, как правило. Есть исключения, поэтому, говорю, очень важно слышать людей. Кто вот этот момент понимает? Это ключевой посыл сегодняшнего дня, это ключевой посыл сегодняшней темы. Это то, что прям важно для себя понять, зарубить, на, ну, скажем так, вот как «Отче наш», что людей нужно, во-первых, слышать, во-вторых, что во время проведения встречи ваши эмоции гораздо дороже, гораздо важнее, гораздо ценнее, чем просто информация, которую вы даете. Кто понял, кто принял? Отлично, друзья, супер. Тогда, наверное, на этом я буду нашу сегодняшнюю школу заканчивать. Благодарю всех, кто сегодня присутствовал. Я думаю, что запись будет. Я постараюсь, по крайней мере, ее выложить. Для того, чтобы как можно больше людей посмотрели эту запись, я думаю, что вы можете дать информацию в чат и дать обратную связь, какие инсайты вы получили от сегодняшней школы, что вы для себя взяли, да, что полезного подчеркнули, чтобы когда будет запись, как можно больше людей смогли эту школу посмотреть. Спасибо большое. Пишут, я прирожденный оратор. Нет, друзья, это все практика, это только практика. Чтобы вы понимали, опять же, моя история. Я октябрь 2015 года. Я в рамках компании Armel первый раз выступаю на аудиторию больше 20 человек. Сидит зал, из которых, ну, где-то человек 15-18 гости. Я выхожу и просто теряю все слова, все забываю, беру вот так вот листочек бумаги, который у меня лежал, начинаю судорожно читать, зрительного контакта с аудиторией просто ноль, то есть я вот так вот в листе, я просто читаю, 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 сухо, тихо, читаю, меня уже Янина с Алексеем толкают, Артем, в зал посмотри, я так в зал посмотрел, все на меня смотрят, мне страшно, я опять читаю, 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 то есть то, что я планировал рассказывать минут 15, я протараторил очень быстро и монотонно минут за 5-6, стыдливо присел в зал и думал, что это фиаско, это провал и все пропало. Но сейчас я понимаю, что это один из этапов роста, что невозможно научиться хорошо выступать просто сразу. Невозможно стать спикером, посмотрев десяток курсов спикеров. Невозможно научиться ездить на велосипеде, посмотрев там несколько часов обучающих видео, как ездить на велосипеде. Теория важна, но теория без практики работать не будет. Также и здесь, друзья, невозможно посмотреть 10 крутых школ Артема Тимофеева о том, как проводить переговоры и научиться проводить переговоры. Переговоры вы научитесь проводить только в том случае, если сейчас, посмотрев эту школу, вы сядете, продумаете, с кем в течение ближайших там 2-3 дней вы проведете переговоры, сделаете приглашение этим людям, неважно, в онлайн или в офлайн, это не суть, и проведете эти переговоры на практике, то есть примените то, что вы сегодня услышали, уже на практике. Сделайте какие-то, может быть, свои ошибки, запомните, и на следующие переговоры их не повторите. А наступите, может быть, на свои грабли и получите по лбу. Поверьте, мой лоб своими граблями битый десятки и сотни раз. И это и есть опыт. Как говорил классик, опыт сын ошибок трудных, да, кто помнит. И, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Друзья, не бойтесь совершать ошибки. Я скажу больше, делайте ошибки, совершайте, но старайтесь из этих ошибок извлекать максимум опыта, максимум пользы и становиться все лучше, лучше, лучше и лучше шаг за шагом и развивать себя. Все, друзья, спасибо вам огромное за обучение. Очень рад был всех видеть на этой школе. Всем спасибо большое. Всем пока. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите новых видео.